К другим темам. В Черкесске стартовало анонсированное ранее благоустройство территории вокруг малого пруда парка «Зеленый остров». За процессом преображения популярного у людей места отдыха наблюдал корреспондент Артур Мхце. На протяжении многих десятилетий эта территория пользовалась огромной популярностью у жителей и гостей Черкесска. Глядя на пустующую прибрежную зону, даже не верится, что в былые времена здесь местечко свободного невозможно было найти. Победа в конкурсе «Малые города России» наверняка вернет привлекательность зоне отдыха вокруг малого пруда в парке «Зеленый остров». В планах здесь на 6 гектаров произвести следующие виды работ. Значит, будут устроены пешеходные дорожки. Будет веревочный парк планируется для детей, детская игровая тропа, установка спортивных тренажеров, такая воркаут-зона. Проектом запланировано немало интересного, в том числе точки общепита, пункт проката различного инвентаря, светодиодное освещение по всей территории. Подрядная организация имеет за плечами успешный опыт реализации самых сложных дизайнерских решений. Среди них каскадная лестница в парке «Зеленый остров», фонтанная композиция в парке «Столетия Карачаево-Черкесии» и многое другое. Чуть больше года назад разработчики проекта, общественники и представители мэрии Черкесска обсуждали обустройство лестницы со стороны улицы Роза Люксембург, что позволило бы разгрузить основной вход в парк, а также создать удобство для маломобильных граждан. Неудобно ходить по такой лестнице, надо бы отремонтировать, было бы хорошо. Мы очень рады благоустройству территории малого пруда, это увеличит зону отдыха горожан, гостей республики, жителей республики. Но есть такой вопрос, это спуск в районе Розы Люксембург, улица вниз, как раз вот к малому пруду. Поступало в Народный фронт очень много обращений, в том числе и от инвалидов. Мы все знаем, что там лестница в ненормативном состоянии, аварийные деревья рядом, через протоку лежит какая-то плита малой ширины и без поручней. По словам общественников, ранее с мэрией Черкесска была достигнута договоренность о том, что в процессе благоустройства малого пруда будет приведен в порядок и этот спуск. Улица Розы Люксембург, с нее есть спуск на территорию малого пруда, на территорию вообще Зеленого острова. Планируется ли благоустройство и этого участка? Планируется благоустройство и этого участка тоже. Есть дизайн проекта лестницы, то есть там будет смотровые площадки обустроены, опять же освещение, то есть зоны отдыха, то есть человек мог поднимать, допустим, там на лавочке сесть отдохнуть, потому что пользуются как бы люди пожилого возраста. Проект будет реализован на условиях софинансирования из федерального, регионального и городского бюджетов. Планируемый срок завершения работ – первая половина 2025 года. Артур Мхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.